Если упадет, то, мне кажется, будет вообще пиздец полный. Давай попробуем. Че, дурак, что ли? А че? Мы до сюда не дойдем. Там охотник наверху, смотри. Давай, давай, за. Блять, у меня кола вниз вообще пиздец упала, куда? Ну ты красавчик. Ты гонишь? Я отвечаю. Вон она, я ее вижу. Она пиздец, да, да, очень низко. Она сам внизу. Че, я виноват, да, я побегу. Да я сбегаю, че, я курю, люблю. Меня курят. Где? Михан, ты в курсе, что не добежишь? А или Аэрка побежал. Пизды дал. Да съебали. Слушай, а если сейчас механа закурит или еще что-нибудь, то все. Да, это Эрко. Это Эрко пошел. А, ну с ним бот, в принципе. Который нихуя не делает. Пизды дал. Зато бегать быстро. Быстро у него красный ХП. Очень дверь открой, сука, дверь открой. Ты взял Эрко? Да, да. Дверь! Она не так еще вниз упала? Нет, я спустился, попрыгал по этажам. 50 хп себе оставил. 50 хп? Угу. Было 72. Давай, запиливай. А я, кстати, вот я до этого больше никогда не доходил. Что делать? А вон, смотри, тут лестница. Ура! Наконец-то сейчас мы будем в космосе. Или где это там? В космосе, мне кажется. Дай захиляй. Так, мне красиво, захиляться, да? Надо. На тап нажми, а Вадим, и посмотри там карты какие. Ну я ж тебе красиво показывал карты. Да, ты ж мне спины показывал. Ну я еще без палева хильнусь. Какой, блять, оставь бота, дурак. Бот все равно мудак. Так, все, мудаки, я дверь закрываю. Мы запилили... Вадим, как голос всегда. Надо. В смысле, ну чё я? Бля, меня не было. Мне надо уже по-быстренькому эту компанию пройти, иначе мне сейчас призывят за то, что я еще не скину. То же самое. А мне нет. Ну чё ты, мудак? Не, ещё пойду побед смотреть ВКонтакте. Тогда уж. Если вы меня заставили играть с вами. Как ты его увидишь ВКонтакте, если он только сейчас это... Бля, универ за сутки до показанного ТНТ это уже ВКонтакте заливали. Как это? Вот так это. Ну как? Откуда я знаю? Я смотрел. ВХ? Угу. АИМ, блядь. ВХ, АИМ, АИМ бот. Чё у нас всё перевёрнутое, блядь? Какое перевёрнутое? Блин, смотрите. Я не загрузился, я хочу посмотреть. Я тоже. Эй. Тут сиденье перевернуто, смотри, блядь, назад. Эрка, назад смотри. А. Так мы же в космосе, на какой-то планете. Чё мы? Да, сейчас минут 15 ещё. 10-15. Да, ну 10-15, так. Здесь оружие, рабашек. Чё мы? Да пофиг вообще. Сейчас так, не отвлекай. Куда идти-то? Идти-то. Да не надо мне ничего кость, мам. Мам. Вот сюда, бомжи. А я тут в бассейне плаваю. Эх, не люблю я лестницу. О, там вот эти лазерные хуйни. Ну-ка. Какие? Вон. Направо смотри. Теперь налево. А мне похер, что охотник на Элисе. Что за лазерные хуйни? Хер его вообще знаю. Куда они ведут? А, вон здесь. Я же говорю, это какой-то поезд. Вон тут. Что-то ждать надо. А, во. Ту кнопку надо нажать. Давай, все, Элис, бери дифель. Бомж тупой.
Где наш поезд? Опоздал. Поезд мне запили. Вон там едет, сука, еле-еле. Где? Бро. Я же говорю, поэтому платформочка катается такая. Левая. А здесь еще какая-то комната. И еще. О, я нашел гитару. Кому надо гитара? Не. Вот возьми здесь. Да, блядь, Джакей, вы ебанулись? О, платформочка приехала. Уии. Можно без вас уехать? Уии. Ты выйдет, если я упаду. Попробуй. Пизду не хочу. Элис, давай, прыгай. Ничего не будет, я вот прыгаю вперед, бегу. А, да. А вон разрывные патроны. Сейчас. Скажи, что мы на поезде едем. Скажи, времени нет. Элис весь в говне. Мы едем. И эта карта весит 23 мегабайт. Или сколько? Что 80? 80. Давай быстрее тащись, говно. А ты что, без микро? Да его там мама. Ой. Давай. Смотрите. Что за пиздец? Бля, вот это классная карта. Ой. Как? Блять, не мозга, ты чё? Это я. Это мозга. Да ты чё пиздишь, это я по нему стрелял. Ну а мозг-то убил. Чё, ну я никогда не смотрю, что ли, кто кого убил. Ты заблёванный, ничего не видишь. Танк, сука! Ну не знаю. Вадим запилил. Так, куда идем? А? Нам походу сюда. Дайте я это захилюсь. Бля, куда нам идти? А, во. Так, не, это дверь в никуда. Это дверь на ёбка, да? Как в той карте, да, когда да, мы... Да. Вадим тут багаюзает уже. Чё, прыгаешь? Дверь! Бля, идите сюда, смотрите. Бля, громила. Блять, только хотел толкнуть его. Смотрите он наверх. Да, я вижу. Вот это карта. Слышь, нам не наверх. Да, козлина! Нам только сюда лифт. Вот Вадим, это как помнишь Дед Очко? Ой, зомби. Вы блядь, меня Вадим, оставили. А чё я нам еще так высоко подниматься? Да, я вообще один остался, молодцы. Это была случайность. Пизда. У тебя правда записывает бомж, да? Да. А он ко мне, интересно, вернется? Короче, вы скажите, когда вы высадитесь.